Вчера в Одессе из огня спасли двоих детей. Во второй половине дня в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по улице Шилова горит квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного дома. Слава Богу, спасибо огромное. Пожарники быстро приехали. Слава Богу, оперативно заехали, подъехали, потому что пробки везде. Огромное им спасибо, потому что иначе я не знаю, что бы даже было, что нас ждало. Еще до прибытия спасателей взрослые с детьми успели самостоятельно выйти из горящего помещения. Пожарных и скорую вызвала соседка, заподозрившая неладное. Женщина почувствовала запах дыма и услышала шум в соседней квартире. Сегодня в середине дня я увидела из окна дым сильный. Я тут же выглянула, попыталась открыть и бегали тут сильно у них в квартире. Ну мало ли что бегали, дети там, двое детей. Мальчик 4,5 года Ромашечка и мальчик 2,5 года Максимка. Мальчики были госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения. Отцу надо этих детей отдать должное, потому что он, второй мальчик, первый старший, Роман, испугался, закрылся в туалете. И если младшего ребенка вынесли сразу, то второй ребенок, конечно, был в состоянии шока. И отец с четвертой попытки в этом ужасе во всем смог его достать. Слава Богу, дети живы, но отравления не получили. Одесские пожарные оперативно погасили огонь. По информации Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области, жертв нет. А вот причина возгорания пока устанавливается. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.